Всем привет, с вами Реанор и прекрасного вам настроения. Сегодня мы продолжаем галстучную тему и встречайте так называемый Элдридж или Колосок, как его еще называют. Этот галстук очень интересен в вязке, интересно выглядит, но на самом деле он очень просто вяжется. Это действительно один из наиболее просто вяжущихся узлов. Нужно просто помнить, что и как делать. Просто делать, выполнять нужную последовательность. Значит, этот узел, единственная его проблема, что его нужно развязывать точно так же, почти как и завязывали. То есть он не получается от него его просто взять так и сразу же резко распустить. Значит, что нужно сделать в первую очередь? Узел выставляем галстук так, как нам необходимо, да, и вот здесь сразу сворачиваем вот такую вот часть, которая у нас в дальнейшем образует тот самый овражек, ямку, димпл, и вяжем обязательно, как всегда, именно в точке, где заканчивается ворот. Так, секунду, я переверну видео, так уже лучше. Итак, это моя правая сторона, она в этот раз короткая, в Винзоре все наоборот. Это моя левая сторона, она длинная. Итак, поехали. Короткую. Тут активная короткая тонкая сторона, и поэтому буду говорить, что сначала мы ее перекидываем впереди, здесь держим, и возвращаем опять вправо. То есть здесь можно, в принципе, на этот момент ненадолго опустить, чтобы увериться, что у вас все в порядке. Сжимаем, ничего не отпускаем. Все равно, на самом деле, короткую часть поднимаем наверх. Вот таким образом. И возвращаем ее вниз. Перекинув, возвращаем. Обводим спереди. И вот после этого момента уже здесь можно отпустить, можно не держать. Это уже не нужно. И поднимаем наверх. Возвращаем эту часть теперь направо. Проверим, что у меня все в порядке. Не уверен. Потому что видно мне сейчас плохо, потому что... Так. Теперь ведем часть вправо. И снизу. Поднимаем сюда. Тянем пальцем и подтягиваем, тянем пальцем и подтягиваем, тянем пальцем, подтягиваем до тех пор, пока плотно не сформируем такую вещь. Теперь хитрость. Вот здесь нужно изнаночную сторону перекинуть сюда. Это нужно, бывает иногда нужно перекрутить галстук, а бывает ложится хорошо. Здесь будет некоторая неровность, не обращайте внимания, это все нормально. Теперь перекидываем сюда. И через верх влево и возвращаем вот в образовавшуюся часть. Опять делаем то же самое, тянем, подтягиваем. Ничего страшного, если вы сначала немножко перетянете узел. Лучше его сначала перетянуть, зато потом отформировать красиво и четко. У вас может остаться вот такой вот кусочек, с ним просто поступаем. Если он длинный, приходится его дальше закидывать. Чтобы он не был... размер, конечно, подгадайте со временем для каждого галстука сами. Можно немножечко варьировать предел опуска самого галстука. Вот, как дальше происходит формирование узла? Значит, стараемся разгладить, во-первых, все эти участки, чтобы они были ровными, чтобы у вас не было таких... прогибов, сморщивание ткани здесь. Теперь приподнимаем, аккуратненькому только приподнимаем, немножко вытягивая части, чтобы они более выразительно смотрелись. Вот. И завершаем, немножко растягивая овражек, димпл ваш. В принципе, вот он, Элдридж Кнот. Узел Элдридж или колосок, вот таким образом он вяжется. Что-то у меня, секунду, вот так попробую через около зеркала это сейчас сделать, потому что
нужны более кардинальные, видимо, изменения. Угу. Я его немножко не туда утянул. Вот, смотрите, что я сейчас делаю. Подтягиваю вниз, чтобы у меня здесь выровнялось. Вот таким образом все достаточно просто. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Реанор. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов.